Наш педагогический коллектив поздравляет учеников и родителей с окончанием учебного года. Да, год выдался не из легких, но мы достойно выдержали все трудности. И в этом заслуга не только учителей, но и детей и их родителей. Большое спасибо родителям за то, что были рядом со своими детьми, поддерживали их, помогали им. А мы, учителя, ну, реально очень соскучились по своим детишкам и ждем с нетерпением их в нашей школе в новом учебном году. Нам не хватает их веселого, задорного смеха. И желаем нашим выпускникам и всем выпускникам всей планеты успешной сдачи экзаменов. Ребята, у вас все обязательно получится. Здоровья всем и душевного равновесия. Уважаемые родители! Я благодарна вам за помощь и поддержку в организации дистанционного обучения. Мои любимые учащиеся, мне не хватает ваших эмоций, неподдельного смеха. Я надеюсь, что в сентябре смогу обнять вас. Дорогие родители, вот и закончился учебный год. Я благодарю вас за поддержку, за понимание, за терпение, которое вы проявили в столь сложной ситуации. Я надеюсь, что новый учебный год мы встретим, как и раньше, все вместе. Вместе с нашими детьми, по которым мы очень соскучились. Я бы хотел сказать спасибо родителям наших учеников за помощь и поддержку детей и школы. Выпускникам пожелать удачной сдачи экзаменов и успешного поступления. А всем тем, кто 1 сентября собирается в школу, до встречи. Дорогие ребята, вот и закончился учебный год. Год был непростым, но мы с вами справились и закончили его достойно. Впереди вас ждут летние каникулы. Я желаю вам хорошо отдохнуть, получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. А мы с вами снова встретимся в сентябре и вместе продолжим путь к знаниям. Берегите себя и будьте здоровы! Хочу поблагодарить родителей за то, что вы помогали, наставляли своих детей, за понимание, с которым вы отнеслись к учителям. Выпускникам нынешнего года желаю удачно сдать экзамены и выбрать профессию. Я буду с нетерпением ждать сентября, чтобы услышать смех своих учеников и увидеть их улыбки. Дорогие родители, хотел бы поблагодарить вас за терпение и стойкость, которые вы проявили на протяжении последних 2 месяцев. Особенно родители первоклассников, которые в буквальном смысле садились и учились вместе со своими детьми. Своим выпускникам хочу пожелать силы и энергии, чтобы достойно пройти этот нелегкий и очень важный жизненный путь и в конечном итоге достичь поставленных целей. Тем, кто еще не прощается со школы, хочу пожелать хорошего летнего отдыха и буду вас ждать с нетерпением в сентябре. Всем удачи! Заканчивается учебный год. Последняя четверть его оказалась непростой для всех нас. Но этот период времени еще раз доказал, что сообща мы можем многое и преодолеем любые трудности, вызванные требованием времени. Всем родителям я хочу выразить признательность за их поддержку и терпение в адрес своих детей и нас, учителей. Всем выпускникам я желаю, чтобы ничто не повлияло на ваши планы на будущее. А остальным ребятам я желаю счастливых летних каникул и до встречи в школе 1 сентября. Дорогие наши ученики, дорогие наши мамы и папы, очень хочется сказать вам вот такое огромное спасибо за тот нелегкий труд, который мы проделали вместе с вами. Спасибо вам за это. Очень хочется встретиться с вами на линейке 1 сентября, повзрослевшими, загоревшими, отдохнувшими и продолжить учиться в нашем с вами нормальном режиме. Зайти в класс, встать у доски и рассказать вам новую тему. Вы большие молодцы, вы справились и прошли этот трудный путь. Я очень-очень по всем вам соскучилась. Жду с нетерпением встречи в новом учебном году.